Когда близкие люди испытывают физическую эмоциональную боль, когда их мир больше не имеет смысла, твое простое слушание может творить чудеса. Поплачь вместе с ними, помолчи вместе с ними, подтверди свои чувства, сколь болезненными бы они ни были. Помоги им стать признанными в этом мире. Не предлагай сейчас умные ответы, предложи себя. Не проповедуй, не учи. Не суди и не заставляй их думать о своих мыслях неправильно. Обними, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Чтобы они могли прикоснуться к своему мужеству, к своей способности выдерживать сильные чувства. Когда друг испытывает физическую или эмоциональную боль, когда его мир больше не имеет смысла, предложи ему величайшее лекарство из всех — свою любовь.